О целесообразности создания общероссийского движения детей и молодежи высказались и жители Твери. Наша съемочная группа вышла на главную улицу областной столицы для того, чтобы выяснить, как повлияли на жизнь старшего поколения участие, например, в пионерских организациях, и нужно ли современных детей и подростков объединять в подобные сообщества. А вот, например, у нас было движение тимуровцев, да, такое. Это была связь поколений, людей старшего возраста с подростковым поколением. А сейчас это разъединено. Даже в семье иногда можно услышать, что тебе не понять, баб. Так что я думаю, вот так. А я считаю, что это очень нужно. Нужно вернуть связь поколений и в семье. Чтобы оно было. Если смотреть по моей дочке, ну, ее вот интересует вот с утра до вечера сидеть в ТикТоках. Больше ее не интересует ничего. Вот ее интересуют гаджеты, ее интересуют соцсети. Вот, ну, здесь, наверное, должно быть какое-то искусство тех, которые будут этим делом руководить, чтобы как-то увлечь детей, чтобы им было интересно туда прийти. Именно не сидеть дома в этих гаджетах, а именно пойти туда, где действительно это будет интересно. Если футбол, то пусть он будет настоящий футбол, а не компьютерный. Если это туризм, значит, это не виртуальный туризм где-то по телевизору, а действительно с рюкзаками на горы. К старому возврат. И как бы, ну, лично мое мнение, я к советскому плохо отношусь. Идеология единственная, вот, лишнее, все это не нужно. Я думаю, что сейчас сложно объединить детей в эти организации. У них другие цели. Но было бы хорошо, если правильно воспитаны были дети. Нам прививали какие-то ценности определенные, а у них сейчас нет никаких ценностей. Ни любви к родине, ни уважения к старшим. Надо детей вести к чему-то прекрасному, хорошему, открывать им, чтобы у них сердца добрыми были, понимаете? Когда вот я вспоминаю ребят того времени, настолько бескорыстно ходили, собирали металлолом, испачкаются, но все были такие довольные, радостные. Потом с радостью вспоминают это. В ходе опроса наш корреспондент выяснил, что создание общероссийского движения детей и молодежи жители Твери встречают в целом положительно. По мнению взрослых, школьникам нужно прививать высокие нравственные качества, такие как уважение к своему отечеству, старшему поколению, трудолюбие, бережное отношение к природе и к окружающей среде. Особую роль в этом процессе должны играть наставники и, конечно, сами родители. Ведь от того, какая царит атмосфера в доме, зависит не только настроение ребенка, но и его дальнейшая жизнь.